Здравствуйте! Меня зовут Наталья Бортниченко. И сейчас мы с вами выполним общий укрепляющий комплекс йоги на каждый день. Вы его можете выполнять утром или вечером, но, конечно же, лучше утром для хорошего начала здорового дня. Начнем. Ставим ножки вместе в начале коврика, накрываем ладонями живот. Делаем глубокий вдох, живот толкаем вперед. На выдохе живот слегка подтягиваем. И снова вдох, живот вперед. На выдохе живот подтягиваем. А теперь выполняем дыхание капалабхати. Легкий вдох и резкий выдох. Продолжайте это делать. И наблюдайте, вдох происходит пассивно, выдох активно. На выдохе передняя стенка живота сокращается, на вдохе расслабляется. Теперь вдох, поднимаем руки через стороны вверх. На выдохе точно так же через стороны опускаем вниз. Теперь через центральный канал вдох, поднимаем руки, разворачиваем замок, выдох, опускаем руки. Теперь по очереди первая рука вверх, вдох, вытягиваемся вверх и чуть-чуть в сторону, на выдохе опускаем руку. Вторая рука вверх, вдох. Вытягиваемся вверх, открывая правые ребра, правый бок, чуть-чуть в сторону. Голова смотрит вниз и на выдохе возвращаемся. Выполняем дыхание пхастрика. Вдох через стороны руки вверх и резко выдох, округляя спину. Резко, но достаточно мягко. Вдох. Точно так же пассивный вдох, активный выдох. Хорошо. И снова вдох. Теперь обе руки вверх. Переплетаем пальцы рук, уворачиваем замок. Вытягиваемся в первую сторону, наклон. Выталкиваем основание верхней ладони от себя. На выдохе опускаем руки через стороны. На вдохе снова поднимаем через стороны, выворачиваем замок, довытягиваем ребра, наклон в противоположную сторону, выталкиваем основание верхней ладони. На выдохе возвращаемся, опускаем руки. Переходим к более активным упражнениям. Вдох. Тянемся вверх, легко отклоняемся назад, сжимая ягодицы, не запрокидываем голову. И вытягиваемся вниз тазом, вверх ладонями приседаем. Несколько циклов дыхания в этом положении животом с помощью рук. Выдох, опускаем руки. Вдох, поднимаем. Разворачиваем замок. Выдох, снова опускаем. В этом положении следите, чтобы не оттопыривалась поясница. Чуть-чуть таз под себя и не округлялась спина. Держим легкий прогиб грудного отдела. Вдох и выдох. И снова вдох. Поднимаемся. И на выдохе делаем наклон вперед. Голова вверх, вдох. Левая нога шаг назад. Приседаем пониже, вдох, ручки вверх. Выполняем три дыхания, выдох, вдох. Пробуем через стороны, выдох, ручки вперед, вверх, вдох. Можно легко отклониться назад, при этом левое бедро вперед. Вдох и выдох, опускаем ладони. Уводим правую ногу назад.
Сейчас вы можете сгибать локти, опуская колени на пол или оставляя их вверху. Не опускаем плечи ниже локтя. Перекат. Собака мордой вверх. Следите, чтобы таз подвернут под себя был. Вытягиваемся вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдавливаем конечности в опору, в коврик. Поднимаемся на носках, округляем спину. Левой ногой шаг вперед. И снова переплетаем руки, вдох вверх. Выдох вниз. Вверх, вдох. Опускаем, выдох. И еще два, вдох, легко назад отклоняемся, выдох через стороны и завершающий вдох. И опускаем руки, выдох. Левую ногу уводим назад, низкий упор, вдох, вытянулись вверх и на выдохе собака мордой вниз. Сейчас немножечко обратим внимание на отстройку. Поднимаем голову вверх и лопаточки опускаем к тазу. Держим легкий прогиб. Живот опускаем на бедра, стараемся прогнуться в пояснице. И выпрямляя ноги, провернуть промежность к потолку. Опускаем голову между рук. Уши на уровне плечевого пояса, на уровне плеч. Делаем 5 дыханий, животом вдох. Выдох. Следим, чтобы передняя стенка живота была расслаблена. На вдохе слегка отклонялась, на выдохе подтягивалась к позвоночнику. Поднимаемся на носочках, округляем спину. Вытягиваемся вперед, если сложно, сразу опускаем колени, если нет, постепенно. Вытягиваем талию, опускаемся на живот. Ручками помогаем себе, довытягиваем талию. Вытягиваемся макушкой вперед. Ножки сводим вместе, руки убираем под плечевой сустав. Тянемся макушкой вперед, спинкой вверх. Делаем глубокий вдох, сильно сжимаем ягодицы. И на выдохе поднимаем ноги, а руки вытягиваем вперед. Несколько циклов дыхания в этом положении. Сильно сжимаем ягодицы. Выше ноги. Удерживаем это положение. Поднимаем корпус вверх, удерживаем это положение. Несколько раз движение плечами, локти вперед, вверх, назад, вниз и выше корпус. И еще раз вдох и выдох, еще выше корпус. И еще три раза вдох и выше корпус. Макушку тянем вперед, не запрокидываем шею, не поднимаем голову. И еще один раз вдох. И локти прижали к торсу. Отлично. Опускаем ладони под плечевые суставы и пальцами рук тянем коврик под себя. Вытягиваемся макушкой вперед, как черепаха из панциря. И слегка надавливая руками на коврик, прогибаемся в грудном отделе. Обратите внимание, чтобы вы не прогнулись вот так в поясничном. Обязательно грудной отдел. Пятки держим вместе. Вдох. Это может выглядеть слегка ниже, менее глубоко. Главное, чтобы вы подышали грудиной и размяли позвоночник. Тянем голову вверх, не запрокидываем шею назад. Дышим еще 3 цикла. Вдох. Живот упирается в коврик. Выдох. Подтягивается. Вдох, глубже грудью, выдох. И вдох, и на выдохе опускаемся. Ручками толкаем пол,
округляем спину, опускаемся на пятки. Несколько циклов дыхания, восстанавливаемся. Можно перед этим вытянуть ребра. И на выдохе опускаемся. Если лоб не касается пола, можно ладони положить под лоб или сжать их в кулачки, или просто ладонь на ладонь. Сделайте несколько циклов дыхания в поясницу, максимально растягивая спину. Выдох. 3, 2, 1. И вдох. 1, 2, 3. И наблюдайте, как поднимается спина. 6, 7, 8, 9, 10. И длинный растянутый выдох. Снова тянем руки вперед. Поднимаемся, округляем спину. С обратной мордой вниз. Шагом или прыжком подходим к рукам. Ноги ставим на ширине бедер, сгибаем в коленях. Вытягиваем талию, упираясь в колени, делаем вдох. Прогибаемся, живот на бедра, руки тянем вперед. Если это сложно, ладони опускаем на пол, либо перед грудью ладони. Животиком вдох, животиком выдох. Кто может, поднимаемся на носках. 5 дыханий. Не заламываем шею, смотрим между стоп. С помощью дыхания вытягиваем позвоночник. Опускаем пятки и выполняем наклон вперед. Руки либо на голени, локти вперед, на голени, локти назад, либо на пол. Либо вперед на пол, слегка согнуты колени, либо в замочек за спину. Можно замочек еще и вывернуть. И несколько циклов дыхания в этом положении. При этом живот прижимаем к бедрам, можете даже обнять руками бедра. Проследите, чтобы ваши пятки слегка расталкивали коврик в стороны, а ступни были параллельны. Шея расслаблена, дыхание полное и глубокое. Сгибаем ноги в коленях, пускаем ягодицы на коврик, выпрямляем ноги, опускаемся на спину, округляя спину. Вытягиваем ручки за голову, делаем вдох. Толкаем ножки в одну сторону, руки в другую. Толкаем левую ногу, левую руку. Правую ногу, правую руку. И на выдохе поднимаем ручки вверх. Делаем глубокий вдох, тянемся ладошками вверх. Такой же глубокий выдох. Дышим животом. Тянем ручки вдоль туловища. И отрываем пятки от пола, при этом сильно прижимая колени и голени в пол. Пробуем поднять правую ногу, ставим ее на левую. Тянемся дальше, отрываем от пола лопатки. Меняем ноги. Хорошо, пробуем поднять обе ноги. Если это сложно, вы можете ручки сжать в кулаки, положить под ягодицы и приподнять ступни. Хорошо, аккуратненько опускаемся и расслабляемся. Полностью сбрасываем напряжение. Через стороны колени подтягиваем к груди. Опускаем их возле ягодиц. Делаем глубокий вдох, выдох, если вы можете захватывать голени. Если нет, просто кулачками упирайтесь в пол. И еще один глубокий вдох. Передняя стенка живота поднимается, на выдохе опускается, но таз поднимается вверх.
И еще так несколько раз, волной позвоночник вниз, вдох, на выдохе вверх. Вдох вниз, выдох вверх. Вдох, выдох. Вдох. На выдохе таз вверху. Таз провернут на себя. Сводим ближе локти, лопатки. Выталкиваем выше ягодицы. Ступни стоят параллельно. И теперь, если вы чувствуете, что вам позволяет гибкость, можете выходить в мост с опорой на макушку. Либо в полный мост. Обязательно следите, чтобы не разворачивались ваши стопы. Если чувствуете, что позволяет гибкость, пробуйте выпрямить ноги. Вдавливайте ноги в пол, накатываясь на руки, открывая грудину. Глубокое дыхание. Проверьте, чтобы шея была расслаблена. И дыхание свободно текло по всему телу. Если же чувствуете, что мост для вас сложно, сохраняйте положение предыдущее. Полумост, опорой на лопатки. И еще несколько циклов дыхания. И опускаемся. Делаем выдох, опускаем таз, подтягиваем к себе бедра. Захват за ступни изнутри. Опускаем колени в пол. Поднимаем голову вверх и выпрямляем ноги в стороны. Стараемся при этом не отрывать поясницу от пола и не опускать голову. Возможно, ноги будут у вас немного согнуты. Это нормально. Если же можете, полностью их выпрямляйте. И несколько глубоких циклов дыхания. Опускаем затылок на пол, вытягиваем ножки еще несколько циклов дыхания, ручки сейчас на внутреннюю часть бедер, слегка сгибаем колени, опускаем ниже ноги и довыпрямляем их. Дышим глубоко, с полной амплитудой, диафрагмой. При этом передняя стенка живота движется вслед дыханию. А ноги могут немножечко дрожать. Хорошо, помогая себе руками, сводим бедра. Перекаты на спине. Если у вас есть какие-то серьезные заболевания, перекаты не делаем. Если вы чувствуете, что это неприятно, перекаты не делаем. А вообще это упражнение считается заменителем чашки утренней кофе. Потому что очень бодрит. Следующее упражнение. Выпрямляем. Правую ногу вперед, левую подтягиваем к себе и смотрим в сторону левого колена. Правую руку кладем на левое колено, левую руку вытягиваем вверх. Делаем глубокий вдох и наклоняемся в сторону к правой ноге. При этом правую ногу можно слегка согнуть. Если можете, выполните захват за правую голень и следите, чтобы не округлялась вот таким образом спина. Открытая грудная клетка. Вы стремитесь провернуть грудь к потолку. Вы можете выполнить этот вариант с отсутствием захвата. Не захватывая, а просто вытягивая в сторону правой ноги. Можете выполнить с прямой левой ногой. Правой рукой вы можете тянуться просто вперед, либо же действительно захватить бедро. Если вы чувствуете, что можете глубже, правая рука под правую пятку и продолжайте вытягивание. Глубокое дыхание. Сейчас открывается левая почка, левые ребра. Старайтесь почувствовать левую длиннейшую мышцу спины, вытянуть ее плечом. Проверьте вашу шею, опустите голову вниз и только затем поверните вверх, чтобы вам было комфортно. Отлично. И теперь на вдохе поднимаемся. На выдохе опускаем левую ручку за спиной, сводим ноги, переворачиваемся на левый бок и поднимаем таз вверх, вдох,
Тянемся вверх. На выдохе опускаем таз вниз. Вдох. Тянемся вверх. Выдох, таз вниз. И еще три раза. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. Вдох. Теперь фиксируем это положение в статике. Если вам сложно, можете левое колено опустить. Вытянуть правый бок сильнее. Если не сложно, тогда пробуем поднять правую ногу. Хорошо. И сейчас опускаем правую руку. Упираемся левую ногу правой. Чуть-чуть ноги согнуты. И теперь, отталкиваясь правой ногой от левой, выпрямляем ноги и слегка отрываем таз от пола. То есть таз на полу не лежит. Вытягиваемся макушкой вверх и позволяем тазу потянуть талию. Чуть-чуть можно подать его вперед. Будет такое ощущение, как будто сейчас талия оторвется. Но поверьте, это не случится. Вытягиваемся макушкой вверх и правым ухом к правому плечу. Если это комфортно, если нет, продолжаем вытягивать макушку вверх. Вдох, удлиняем от пяток до макушки все тело. Хорошо. Аккуратно опускаемся, сгибаем правую ногу в колени. Опускаемся на левый бок. Левой рукой накрываем правое бедро. Правая рука вперед, вверх и вправо. Голову пока не поворачиваем. Делаем глубокий вдох и проверяем, чтобы шея лежала комфортно, поворачивая голову справа налево. Если это комфортно, смотрим на правую ладонь. Если нет, голова лежит естественно. Животом глубоко вдох, животом выдох. Позволяем позвоночнику расслабиться и углубляем скручивание за счет расслабления и дыхания. Постепенно рука вверх, приподнимаемся, опираясь на руку, и выполняем упражнение в другую сторону. Выпрямляем левую ногу, правая согнута, поворот к правому колену, левой рукой накрываем правое колено. Правая нога может быть прямой. Тянем правую руку вверх, слегка доворачиваясь вправо корпусом. Можно левую ногу слегка согнуть. И дотягиваемся до левой стопы. Глубоко вдох, глубоко выдох. Кто может глубже, можно приподнять левой рукой правую стопу. И продолжаем. Довытягиваем ребра, почку с помощью дыхания правого плеча. Голову можно повернуть вниз, проверить, чтобы шея была расслаблена. И только затем вверх. Если это некомфортно, голова смотрит перед собой или вниз. Поднимаемся, делаем вдох. На выдохе опускаем правую руку под правое плечо, выпрямляем правую ногу. Поднимаем таз вверх, вдох. Опускаем, выдох. В этом положении вы также можете опустить левое правое колено на пол, если вам сложно. Вдох, выдох, вдох, выдох. В этом положении правая нога сейчас спереди. И завершающий вдох, статика. Кто может, вытягиваем левую ногу вверх. Точно так же можно опустить правое колено на пол. Хорошо. Аккуратно опускаемся. Левая нога упирается в правую. Делаем глубокий вдох. На выдохе отталкиваемся, вытягивание вверх. И наклон головы, у кого получается. Вытягивается правая часть талии, правый бок. И все тело от стоп до макушки. Дыхание глубокое и растянутое.
Аккуратно опускаемся, сгибаем левую ногу в колени, опускаемся на бок и правой рукой накрываем левое колено. Левая рука вперед, вверх и влево. Продолжаем глубокое дыхание, вдох, длинный выдох, вместе с дыханием расслабляемся. Опускаемся на спину. Ручки под бедра, округляем спину, носки на себя, прижимаем поясницу в пол, локтями упираемся в пол и позвонок за позвонком раскатываем по полу. Опускаемся и полностью расслабляемся. Ручки на 30 градусов от корпуса, ноги на ширине таза, голова справа налево. Делаем вдох, на выдохе напрягаем все тело, сжимаем кулаки, подбираем пальцы ног, делаем гримасы на лице, полностью сжимаем семические мышцы, ягодицы, живот, грудь, бедра, руки, мышцы рук, плечевого пояса, глубоко вдох, сильнее и на выдохе полностью расслабьтесь. Сделайте еще один глубокий вдох. И с выдохом полное расслабление. От макушки до стоп просканируйте ваше тело. Как оно себя ощущает? Скажите себе, я абсолютно счастливый человек. У меня здоровое, сильное, гибкое, красивое тело. И я люблю жизнь. И сделайте глубокий вдох, хорошо потянитесь ногами вниз, ручками вверх. Согните одну ногу в колени на выдохе, повернитесь на бок и поднимайтесь, опираясь на руку. Благодарю вас за это занятие. Я желаю, чтобы ваше тело было здоровым, сильным, гибким и красивым. Желаю вам хорошего настроения и вдохновения для практики. С вами была Наталья Бортниченко.